Компания Dirom приветствует вас. По насосу Джим Диру трехсекционному хочу рассказать. У человека получается средняя секция не работает, возле клапана у него там кусочек попался, говорит, небольшой что-то, а эти две секции, говорит, работают, все хорошо. Ну ладно, секцию эту разобрали, платики в середине развалились, я ему это все, мы всегда человеку видео снимаем, показываем, что в середине происходит. И всегда я говорю, когда берем в ремонт, говорю, надо делать все три секции. Потому что рабочие, ну, давление они дают меньше. При разборе этих секций там были уже горелые платики, выработка и ремкомплект здесь идет. Он уже со временем разрушается и работает, но не то. Надо делать все. Я этому все показал, ему все снял. Он, то мы думали, что только одну эту делать и все. Тут уже все равно оно все работает совместно. И если делаете, то уже делать полностью, а не часть чего-то, то что, ну, это неправильно есть. Испытываем все это дело, уже делаем. Ну, проблема с ремкомплектом уже осталось очень мало. Еще было их при Украине закупляли. Сейчас их купить я вообще не знаю где. Поэтому еще такие штуки 4, может быть, отремонтируем. Дальше будем что-то искать, смотреть. Ну, насосы там, валы буду сейчас отсылать. Так что звоните. Компания Дирон. Цену в принципе говорим визуально сразу по таким насосам примерно. А там уже при разборе бывает, что валы лопаются. Ну, 30%, что, ну, что-то знает, что вал там проблема, надо новая. А так базовый ремонт всегда говорю.